Где-то одинаково. Ну как там с деньгами? Спасибо. Так что, куда переходить, к Wargaming или листу? Я не могу, блядь. Видос вообще непонятный. Ну хуёво смотрел, если непонятно. Не понял. Хуёво смотрел, если непонятно. Ну как там с деньгами? Спасибо большое. Салам, как я понял, по видео, ты пока не знаешь, переходить на евросерверы или нет. Я просто раз в год на коробки трачу и все. Я из Питера. Тогда ты ответишь на свой вопрос сам. Ну как там с деньгами? Привет. Спасибо. С Владивостока. Владивосток, привет. Тогда ты ответишь на свой вопрос сам. И вообще я это видео записал не для того, чтобы за вас отвечать на вопросы. Чуваки, я ну не знаю, ну, блядь. Круйслер легчайший танк на 3. Он охуенный, мне очень нравится. Взял чухая яйца правой рукой. Не, мне нравится он, да. Стример лох. Так я не говорю, что супер пот, но чуваки, а представьте бой с десятками, но также с восьмерками, и я на Е6. У меня на Крайслере 4200 за света, а на Е6 уже было бы 1007, потому что там обзор просто охуевший гораздо. Все, они поперли вперед. Давно пора. У них не светился только 705. Ну и Скорпион. А вот и 705. Сейчас, прикиньте, альфа по нему не вылетит, он меня выстигнет нахуй. Да, 250, блядь. Ну, он меня не прибивает. 250 альфулечка, блядь. Шотный танк. А, Су-130 убили, но я долбоеб, значит. Ну, неважно. А вот и леопард. Что-то по мне Скорпион не хуярит, удивительно почему. Я сейчас умереть могу, я очень неправильно делаю. Ну как там с деньгами? Привет. Да. Ты здорово. В видео сказал, что делать игрокам, которые живут на Камчатке и хотят уйти на Евро. А что делать, если я живу на Чумчатке и хочу уйти нахуй? Спасибо большое. Я не стал уже на фугасы грузиться, потому что мне кажется, его снесли бы, но я бы успел на самом деле. Ну как там с деньгами? Спасибо. Привет, короб, что будет, если не сделаешь выбор ру или йоу? Аккаунт автоматом остается на ру. Хороший вопрос, я не знаю. Я не знаю, но вопрос хороший. Ну как там с деньгами? По идее... 260 тримба или лютая имба? Просто в балансе он на 9 левеле. На десятке он мне не нравился, кусок дерьма. Я... Ну, как там с деньгами? Блядь, господи, нет спасибо. Более глубокого одиночества, чем одиночество самурая. Разве что, может быть, одиночество игра в джунглях. Спасибо большое. Короче, вопрос хороший. Блядь, ну первый бой 7000 суммы, ну нихуя себе, слы. Но Т-32 меня очень напрягает, потому что Т-32 это, блядь, очень хороший танк сейчас. Я не... Ладно, пробью. Так, пробью уже. Если они нагло хуярить не будут, я их всех выебу. Если они нагло хуярить не будут, я их всех похороню к ёбаной матери. Это такой токсик, блядь, борт. Ну, я, понятное дело, я против долбоебов играю, объективно. Объективно я играю против дураков анскильных, но сам факт... Я не пробив каток снова под таким углом его довернула. Т-32 мне мог доставить огромное количество проблем. Но он самовыпилился об меня. Блять, ну согласитесь, тир же. Просто же, блять, тир. Я буду размениваться. А он АФКшный нахуй встал. И пошел в пизду. Я здесь заберу отметки в этом бою. Я думаю. Если меня тридцатка не уебет сейчас. Я здесь заберу отметки, ребят, в этом бою, да. Ну я говорю, если сейчас меня там не подожгут, еще что-нибудь не произойдет. Бля, ну, ему пиздюль дали, к сожалению.
Поехали на 30-ку, если ее сейчас не сожрут, две палки дать, и ему пиздец. Да, я здесь заберу. Ну, две палки надо дать, и все. Если мне сейчас Т-30, блядь, бою кладку не ебанет. Давай без подпалов, блядь. Все, это отметки. Слушайте, ребят, недолго, недолго, блядь, получилось в этот раз. Нехуёвые 3% за два боя, ребят, да? Согласитесь, блядь. Ребят, стрим идет 19 минут, два боя сыграли, 3% за два боя, блядь. Неплохо. Все, ребят, блядь. Крайслер закончился, блядь. Не начинаюсь, к сожалению, блядь. Блядь. Ну, как там с деньгами? Спасибо. Все, кто перед на Йоу, признают иностранными агентами. Ах. Хуевого стрима. Спасибо огромное, спасибо. Все, ребят, 3% за два боя, блядь. Сука, не стыдно, блядь. Ебать, смотрите, какой архаревец, блядь, выкатился, потный. Броня не пробита. Броня не пробита, но я в каточек дал, да. Тупо, блядь, каждый 4.5, хыть нахуй, накидываем, блядь. Хыть нахуй каждый 4.5 секунды, да, сука? Тупо навал. Ребят, уже 1000 даги настрелял. С альфой, блядь, 5 уровня. Хе-хе-хе. Блядь, рикошет. Блядь, боеукладка. Бля, ебать, он нахуй наваливает, блядь. Ну как там с деньгами? А как же стаба двустволки СТ-2? Ну там тоже охуенная, да. Ну там надо по совокупности просто смотреть. Ребят, я навал делаю, нахуй. Ну как там с деньгами? А нахуя он это сделал? Удачи с отметками. Нет, это все понятно. Кто в курсе, где купить аккаунт нормальный, чтобы перенести на Йоу? СЗ. Я, конечно, все понимаю. Бля, если меня сейчас в спину... Я его в ДПМ выебу, даже учитывая, что... Нет, все, пизда. Даже учитывая, что у меня ХП меньше, я его в ДПМ перестреляю. Если мне сейчас подсраку не дадут. Все, теперь не перестреляю. Мне подсраку дали. Ну, я не виноват. Мне, блядь, тапок уебал. И мехвода нету. Я бы его убил бы в ДПМ, у меня КД тупо быстрее. Но мне, блядь... Тапок в спину насрал, гандоныш, блядь. Плохой бой. Мальца. Но вы знаете, он мне нахуй на 500, а я ему на 200... Перспективка, блядь, такая себе, честно говоря, блядь. Ну да, блядь, он мне по пятихатке, а я ему нахуй на 200. Звучит так. Ну вот он, у него сейчас перекрученный ром, почему ему дамаг не даю, блядь. Ну, я, конечно, разрядил, и мы уже нахуй победить должны, благодаря моей самоотверженности, но... Вот, понимаете, у этих пидоров, у них ни смелости, ни ума, ничего. Я трижды разрядил 2.77. Не, понятное дело, я разряжал его для себя, а не для команды, да, чтобы пострелять и все в этом духе, это понятно. Но, блядь, у них кроме цели постреляться от борта со стоковым поляком, блядь, они тупые, как пробки. Вот я разрядил 2.77. Так вкатите. Я умер, все. Допизделся. Допизделся. Так, тут сам виноват, запизделся. Так, долбоебы, вкатите на поляка, примите, как я, тычку, и убейте его. У тебя, блядь, ты дебилоид, у тебя барабан, блядь, на 1600. Не, похуй, блядь. Ну, блядь, стоит перевалиться одному, и мне пизда, блядь. Антон, спасибо за 200 без текста. Мне пиздец, чуваки, ноль шансов. Блять, еще ж тигра надо убивать, а как ты его убьешь-то, блять? Как же ты его убьешь-то, блять, этого тигра? Ну как там с деньгами? Илюх, привет. Наконец-то включили отопление. Какой же Я на все донаты отвечу после боя, ребят, все без обид. Тут, блять, ну нереальная дурка, блять, происходит. Мне везет, что мне тигр не дает дома. Т-29 у него нихуя не летит. Мне в этом очень сильно везет. То есть я могу сейчас развернуться, убить тигра, но вы же понимаете, что они на меня поедут просто в этот момент и все. Вот этот уже долбоеб едет. Причем едет правильно. Я обосрался стычкой. Все. Его поддержат.
Команда уебанов, блять. Команда тупорылых пидорасов, блять, конченых. Ебаный биомусор и скот, блять, и сыны балидищ. Вот патент кислого, блять. Вот его типичное проявление. Вся команда здесь, вся давит. То есть даже тот же Т-29 получает пизды и все равно выкатывается, блядь. Я даже готов, блядь, от него тычку одну принять, от этого ебаната, блядь. Только давай без подпала, долбоеб. То есть вот абсолютнейшие дауны, ноль сомнений, блядь. Отсутствие закалки, все, сразу понимаешь, человек долбоеб отсталый, блядь. А критический урон, я же не в лючок выстрелил, а в башню. А я ему что сломал-то, блядь? Ну, здесь я не должен был пробивать, он вовремя дернулся. Примат, блядь. Все, блядь. Все, блядь. Посмотри, блядь, на них. Это же, блядь, идиоты, нахуй, натуральные, блядь. Похуй. Похуй. Все, все, блядь. Решил даже не стрелять, блядь, устал. Он ехал, а потом устал я. Ж, блядь, натуральные ебанаты, блядь, посмотрите на них, блядь. Они ж ёбнутые, блядь, нахуй, на всю голову, блядь. А вот это не имба, кстати. Это ж приматы, блядь, нахуй, натуральные, блядь. А наши киберспортсмены, как я и говорил, вся команда. Вся, блядь, без исключения туда уехала. Отсосали нахуй все. Ж, блядь, идиоты, ёбаные, блядь, посмотрите на них, блядь. Ж, блядь, придурки, ёб. Всё, видишь, я стою без закалки, всё, это долбоёб, всё. Дура же, блядь, где-то здесь стоит, обосранец это, блядь, грязный. Эту игру сын дьявола делал, блядь. Его же оружием, тупо фугасами, пидораса, блядь. Ну, это наша игра. Кстати, господа, вот важный вопрос, блядь. Неважно, меня вы там смотрите, левшу, кого угодно. То я читал это все, но все равно хуй поймешь. Тот, кто перевел аккаунт на Европу, вот те из вас, кто сейчас есть, да? Мы есть, вы пить. Скажите мне, пожалуйста, неважно, камуфляж Юши у вас или мой, или левши, не имеет значения. Скажите мне, пожалуйста, будьте так... Ебать, так тут тир будет, если мне помогут. Если тут помогут, это просто за 6 секунд, это, ой, за 3, за 4 секунды КД, это ж пиздец. Камуфляж перевели, это вопрос номер один, и не изменили ли его? То есть он такой же, как у нас был в тех же цветах и в той же цветовой гамме, то есть не просто розово, блядь, зеленый образный, или не просто как у Юши фиолетово-голубой, там, фиолетово-бирюзовый. Он прям вообще не изменился. Это пиздец тир. Он не изменился, чуваки? Он в той же цветовой палитре, все как положено, или он вообще нахуй не перенесся? Или что? Поясните, плиз. Ебать, тирушка, еба, класс. Просто навал, нахуй, мощный, да, сука. Посмотрите, я просто стреляю, а и я сам стреляю, кстати. Во-первых, перенеслось ли раз, во-вторых, перенеслось ли красиво и как положено два. Бля, охуенно. Это просто, блядь, я собрал здесь очень много. Не все, конечно, само собой, не все, но очень много. Очень. Очень много собрал. Камуфляжи перенеслись, камуфляжи не изменились. Заебись. Ну как там с деньгами? Заебись. Привет, коробка. Хулового стрима. Передай привет моего отчиму Алексею Кульбеде. Спасибо большое, сейчас, погодь. Сейчас, погодите секунду. Ну как там с деньгами? Господа, после боя все донаты, давайте без обид сейчас. Блять, как же они крутят в этом бою, блять! Сука! Подпал дам. Не дам.
Блять, если это не подкрутка, то что это, блять? Чуваки, против десяток 5500, взрыв БК, тир, подкруток нет. И игроки придумали сами все. Блять, не дам, наверное, по шкоде. Куда эти шестерик, чтоб красиво было? Блять, нет. Ебать! Это рандом станлока. Рандом станлока, факт. Под хихихаха, блядь. 5800 против десяток, блядь. Так они на меня даже не смотрели. Меня даже... Я стоял как уебашка, меня даже ПТ не уебало. Меня даже ПТ, блядь, не уебало. Вы представляете себе такое вообще? Нет, если кто-то из вас, пидорасов, я это говорю на полной ответственности, не верит, что я сделал это сам... Вы пидорасы, ну, и хуесо... Нет, подождите, подождите. Вот вы смотрите Пашу Станлока, да, там Барбаринов, там Шотников, Нединов. И вот когда они так играют каждый бой, а я утверждаю, что они играют в подкрутке, потому что вот бой. Вот у них, блядь, через бой так, а у меня раз в 20 боев, да? То есть вы это называете скиллом. Тогда и я скилловик, я тоже на скилле поиграл, да? 5-8, вот, 1789 опыта, нахуй, да. 22, 22, 21. Все сам. Ту отметку, которую я сейчас, вы видите сами. Вот такой вот интересный... А все, взрыв боеукладочки у пацанов. У пацанов, блядь, взрыв боеукладочки с первой пиздюлинки. Все. Ребятки, все. Ребятки, так все. Ну... Каким бы шикарным мой ДПМ не был, на такое количество танков его банально не хватит. Китайскую ПТ разъебали. Три семерки у меня сейчас борт едет, все. То есть вот этих я бы убил. Вот этих лично, да, я бы убил, но у них за спиной Тортила и Лансен. Рикошет в борт. В землю, фулл сводки. Ладно, без сводки, хуй с ним. Ребят, знаете, что такое шотный совок? Это чума, нахуй. Это нахуй чума просто. Прикольно, да, объезжают? Вот он был бы мне на выстрел, но мы его рикошетнули, блять. Смешная, да, игрулинка? Это хуёво, что он здесь за камнем, блядь. Я выстрелю. Ну, то есть я могу сейчас принять от него тычку и убить его. Понимаете, да? Потому что, ну, он просто будет... Ну, я его убью на ДПМе. Но мне ёбнет Лансен, и все, и мне пиздец. Может, мне дебил фуловый поможет? Если доедет Тортила, мы умрем. Вот либо мы их можем сейчас убить и победим. Если мы их сейчас убьем, да, мы победим, конечно, без вопросов. А вот теперь уже все печальнее стало. Вот сейчас уже печальненько, блядь. Хорошо. Но это дурка. Так или иначе. Ну, мне кажется, за 3 минуты они нас не ёбнут. Правда, у нас есть ёлка, а у них вообще нихуя нет ЛТ. О, блядь. А, все, Семён Семёныч, я бы его убил. Но, блядь, из-за этого рикошета я его не убью. Я вижу, что он стоковый, но мне эта погода не делает никакой. Да, пантера еще, блядь. Ну, мне пиздец все. Ноль шанс. Я же сказал, я ему ровно нахуй на этот, на барабан. Так оно и получилось. Походу, они сейчас еще и победят, блядь. А, так они фуловые, хули бы им не победить. Не, победят, конечно. Ёлка хуйнёй страдала. Вот сначала светило охуенно, потом здесь какого-то дурака валяло, а потом просто, ну, ёлке надо было просто встать на пассив, куда, блядь, угодно. И он, блядь, не встал.
пиздец.